Всем привет! Сегодня новый день, и я сейчас жду подружек. Они должны подойти. Сегодня я встречаюсь с Миной и Леной. Сегодня уже столько снега, что я уже в угах. 100 лет их не носила, только в Корее. Ну, наверное, раз в 3 года. И тут я сразу их достала, потому что в кроссовках невозможно ходить. Вчера было очень скользко. Приехала в W Plaza. Вот как это все выглядит. Тут очень много разных офисов, кафешек. Девочки, привет! Мы приехали с девчонками в медицинский центр к Лене. Тут очень классно. Смотрите, какие тут плакаты на корейском языке. Информация. И смотрите, можно подняться наверх. О, кто тут? Слушаем руку. Сейчас у нас будет биоэнергетическая терапия с Леной и Викой. Да, нужно раздеться. Все до трусов, да. И потом надо будет сюда лечь. Первую процедуру очень-очень понравилось, и чувствую, как спине стало легче, как спазмы пропали, и такое ощущение, как будто бы мы действительно позанимались немного спортом и одновременно расслабились. Вот никакое преимущество, да. Те страны, куда я хотела бы поехать, я не могу поехать без визы, поэтому... Вот, да-да-да. Вот, девочки. Ням-ням. Приехали в цех, где варят ткань. И нам показали результат. Образцы для нашей будущей работы. У нас заказ из Махы. Полис какой-то. А этот у нас получился вот сюда. Все? 2 штуки. Сайклинг вот что вышло. Такой платьице туника. Здесь? Да, где-то. Смотрите, вот такое мини-платье получилось из кусков старой одежды. Сегодня мы встречаемся с Миной и Ким Тёпа, Тэкон, в ресторане Иудём. Тут, кстати, очень вкусно. Шли в корейский ресторан, и тут сразу корейские товары продаются. Женьшень, чонгванчан. Пришли погулять на Красную площадь, тут очень много людей, прям классное новогоднее настроение, все гуляют. Сейчас я покажу, что тут происходит.
Да. Вот ярмарка. Катание на льду со своими коньками. 800 рублей, а с прокатом 1900-1200 рублей. Вот очередь. И вот так много людей. Смотри, тут самовар. Дыма. Прикольно. Такая атмосфера праздничная, очень классно. Насыщенный день. Мы, получается, съездили в 5 мест и прям одно дело за другим, очень-очень быстро. Еще такая метель, прям, ну так, сложно, но дела двигаются.